Итак, провязали мы 10 рядов. Девочки, не удивляйтесь, что у меня меняется фон, потому что я то дома, то на работе. Ногти страшные, потому что огород пошел. Тоже не удивляйтесь и не обращайте внимания. Так, значит, что у нас? 68 столбиков, да? Сейчас убавим по одному столбику вот в этих местах. То есть вот с этой стороны я не буду говорить, сколько здесь столбиков надо провязать, просто сами смотрите. Вот здесь убираете одну убавочку, делаете, и здесь убавочку одну делаете. И все, и довязываете до серединки. Вот, вот смотрите, начало ряда я сделала уже от середины. То есть вот довязала, и примерно на середине у меня начало ряда. Вот, поэтому вяжем теперь, значит, здесь убираем один столбик, и здесь один столбик убираем. И провязываем еще 3 ряда. Все понятно, да? То есть сейчас рядочек провязываем, и у нас будет 66 столбиков. Вяжем самостоятельно. Так, провязали мы 3 ряда, у нас 66 столбиков. И теперь мы будем делать 6 убавок. То есть через равномерное, через одинаковое количество столбиков будем делать убавки. Сейчас мы делаем через 9 столбиков, делаем убавки. То есть провязываем 9 столбиков, делаем убавку. У нас 6 убавок будет. Так, вяжем самостоятельно. Через 9 столбиков 6 убавок у нас. И у нас останется 60 столбиков. То есть мы 6 убавок сделаем, 60 столбиков у нас останется. Вяжем. Вот я довязала последнюю убавочку, сделала. И теперь провязываем 3 ряда. То есть без изменений вяжем 3 ряда, 60 столбиков у нас. Провязываем самостоятельно. Так, 3 ряда провязала я. Теперь снова делаем убавки. То есть у нас 60 петель, 60 столбиков. Теперь делаем убавки через 8 столбиков. Также 6 убавочек у нас будет. Через 8 столбиков, девочки, вяжем. Так, провязали мы убавочки, сделали в этом ряду. И теперь провяжем один ряд. Так, 54 столбика провязываем. Вяжем самостоятельно. Так, теперь, чтобы у нас попочка выделилась, мы сделаем здесь убавки. Вот только на попочке сделаем убавки. То есть вяжем. Смотрите, я маркер не использую здесь. Вот просто довязываю, ну, примерно так вот, до серединки. Вот, серединка у меня. Маркер не использую. Не пользуюсь маркером. Вяжем 2 столбика, провязываем. Делаем убавку. То есть вот с этой стороны мы 3 убавки сделаем. И с другой стороны тоже 3 убавки сделаем. Также сделаем 6 убавок. У нас общее количество будет убавок. То есть провязываем. 2 столбика провязали, сделали убавку. Опять 2 столбика провязываем. Делаем убавку. То есть 2 вместе. Опять 2 столбика провязываем. И делаем убавку. Так, теперь вяжем 30 столбиков. Считаем 30 столбиков, провязываем. То есть на пузике мы не делаем убавки. Здесь можем самостоятельно провязать. Так, вот 30 столбиков провязали, делаем убавку, теперь 2 столбика провязываем, делаем убавку, опять 2 столбика провязываем, делаем убавку, так, и еще провязываем 2 столбика. Это у нас примерно будет
На серединке мы закончили вязание. Так, у нас 48 столбиков получилось, да? И теперь мы вяжем, провязываем 3 ряда без изменения. 48 столбиков провязываем. Вяжем самостоятельно. Так, провязали мы 3 ряда после убавок. Теперь вяжем через 2, провязываем 2 столбика, делаем убавку. Еще 2, провязываем 2 столбика и еще одну убавку делаем. То есть сейчас мы сделаем 4 убавки в этом ряду. То есть вот с этой стороны 2 убавки сделаем и с этой стороны 2 убавки сделаем. То есть у нас всего 4 убавки получится. Пузико вяжем без изменений. То есть вот мы провязали 2 убавки уже. И теперь провязываем 32 столбика. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Делаем убавку. Провязываем 2 столбика. Опять делаем убавку. Так. Делаем убавку. И провязываем 2 столбика. Мы дошли до середины. Вот, до середины попочки. Так. Теперь провязываем 2 ряда без изменения. У нас 44 столбика. Сейчас провязываем 2 ряда, 44 столбика. Вяжем самостоятельно. Так, следующий ряд. В следующем ряду сделаем мы всего 2 убавки. То есть вот сейчас провяжем 2 столбика, 1, 2, делаем убавку и провязываем 36 столбиков, затем делаем убавку и 2 столбика у нас получится. Так, вяжем, самостоятельно вяжем. Так, вот провязала я 36 столбиков, делаю убавку. И провязываю 2 столбика. Все. Так, провязываем 3 ряда без изменения. У нас 42 столбика сейчас. Вяжем без изменения 3 ряда. Так, теперь я предлагаю набить хорошо. Может быть, вы уже набивали. Я как-то вяжу-вяжу и не набивала. То есть хорошо вот ножки набивайте сейчас и туловка набивайте. Потом мы сейчас будем уже убавлять. Здесь как бы это, ну, уже все к завершению здесь вот идет тушка у нас. Поэтому надо сейчас набить. Набиваем пока тушку. Так, девочки, предлагаю еще повязать без изменений, пока без убавочек. Вот такая попка у меня получается, видите? Поэтому давайте еще провяжем рядов 6, наверное. Так вот в длину, не убавляя пока ничего. А потом уже будем убавлять. Так, вяжем сейчас самостоятельно 6 рядов пока. Так, вот я провязала еще 6 рядов. Вот такая вот попочка получилась у нас. Прям не как у зайки. Так, ну ладно, пусть такой зайка у нас получается. Попкастый. Здесь вот набьется, как бы тут нормально будет. Так, теперь делаем убавки через 5 столбиков. То есть провязываем 5 столбиков, делаем убавку. То есть у нас будет, сейчас у нас 42 столбика, мы 6 убавок сделаем, а у нас получится 36 столбиков. Делаем через 5 столбиков, вяжем самостоятельно. Так, сделали мы 6 убавок, у нас 36 столбиков теперь. И следующий ряд
провязываем эти 36 столбиков, то есть без изменений вяжем один ряд. 36 столбиков вяжем самостоятельно. Следующий ряд вяжем, делаем убавки через 4 столбика. Вяжем самостоятельно. Следующий ряд вяжем 30 столбиков. То есть без изменений провязываем следующий ряд. Следующий ряд вяжем, делаем убавки через 3 столбика, провязываем потом один ряд без изменения. Так, вяжем самостоятельно, через 3 столбика делаем убавки. Так, давайте сейчас еще наполним сюда вот наполнитель, уже хорошо, чтобы у нас там чуть-чуть останется. Набиваем сейчас тушку. Так, и теперь следующий ряд провязываем. Делаем убавки через 2 петли, через 2 столбика. Вяжем самостоятельно. То есть 2 столбика и убавка. 6 петелек у нас убавляет 6 столбиков. У нас получится 18 столбиков. Сейчас у нас здесь 24 столбика. То есть, когда мы убавим, будет 18. Так, теперь у нас 18 столбиков. И мы провяжем 5 рядов. Это у нас будет шейка. Вяжем без изменения 18 столбиков. 5 рядов.